сохранение социальных выплат и своевременная выплата заработных плат. Губернатор округа Игорь Кошин рассказывал о приоритетных направлениях деятельности администрации региона. Ослабить бюджетную зависимость. Перед главами муниципальных образований стоит серьезная задача – создавать рабочие места в частном секторе. Обязательная регистрация на территории НАО. Перед крупными инвесторами региона, желающими получить налоговые льготы, поставили ряд условий. Вы смотрите новости на телеканале «Север», в студии Ирина Цепетова. Губернатор округа Игорь Кошин выступил с ежегодным докладом о своей деятельности и деятельности администрации Ненецкого округа. Площадкой для подведения итогов стала сессия собрания депутатов Ненецкого округа. Главным достижением минувшего года при сокращении бюджета региона на треть из-за падения цен на нефть глава региона отметил сохранение социальных выплат и своевременную выплату заработных плат. Остаться в строю, не дав ситуации на мировых нефтяных рынках, лихорадить Ненецкий округ позволила вовремя сделанная вакцинация против бюджетного недомогания. Когда 2 года назад удалось вернуть полномочия из Архангельской области и перераспределить полномочия с муниципального уровня на региональный. Эта перезагрузка стала шагом к стабильности в регионе. Еще один важный момент – привлечение федеральных средств. По итогам прошлого года удалось удвоить сумму привлеченных межбюджетных трансфертов. При этом объем дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета возрос в 11 раз. Средства, привлеченные из федерального бюджета, позволили направить собственные доходы Ненецкого округа на социальные нужды. Мы с вами понимаем, для того, чтобы что-то привлечь, нужно быть привлекательным. Так вот, с этой точки зрения, наша привлекательность играет нам только в минус. Поясню почему. Мы с вами долгие годы являлись регионом с профицитным бюджетом и миллиардными остатками на счетах. Поэтому работу пришлось начинать с чистого листа. И делать это весьма проблематично в условиях, когда доходы в Ненецком округе превышают аналогичные показатели в других регионах. Так вот, по уровню доходов на душу населения мы с вами впереди не всей, конечно, планеты, но по России однозначно. Это, безусловно, здорово. Но доказать свое право на помощь со стороны Федерации при такой статистике, поверьте, крайне сложно. Отдельное внимание глава региона в отчете уделил теме привлечения округом кредитных средств. Для чего и почему это делается? Ответ прост. За счет кредитов мы смягчаем оптимизацию. Проще говоря, не взяв их, мы вынуждены будем резать по-живому медицину, образованию, социальную политику. В течение всего года мы проводили абсолютно взвешенную кредитную политику. Привлекали не только коммерческие займы, но и казначейские, ставки по которым являются символическими. В результате, по итогам года, нам удалось сэкономить порядка 200 миллионов рублей. В течение 3 лет Ненецкий округ живет в необходимости принятия решений, которые принято считать непопулярными. Но непопулярность решений, отметил Игорь Кошин, означает лишь чистоту и открытость отношений власти и населения. В целях сокращения бюджетных расходов в округе проведено ряд реформ, в том числе реформа дополнительного и общего образования, культуры, реформирование системы управления как в госаппарате, так и в ряде других сфер. К чему они привели? Я говорю об этом уже как о свершившемся факте, потому что основные мероприятия по перезагрузке существа вашей системы завершены, и мы имеем возможность оценить их эффективность. Реформирование системы управления государственного аппарата привело к снижению расходов на четверть. Это данные 2017 по отношению к 2014 году, и вы можете убедиться в этом на представленном слайде. В системе образования, культуры и спорта мы снизили расходы всего лишь на 16%. Я прошу внимания обратить на слайд, там стоит цифра 5%, это имеется в виду 17 по отношению к 2016 году, а к 2014 – 16%, а должны быть снизить минимум на 30%. Сделаем это, и родители сегодня оплачивали не 850 рублей за доп. Образование, за спортивную секцию, а 4200, это без коммуналки. Кроме того, мы с вами ввели систему софинансирования в части обеспечения школьников питанием. Почему мы это сделали? Прежде всего, чтобы повысить качество питания и включить родительский контроль. Медицина. Благодаря переходу к одноканальной системе финансирования, созданию филиальной системы учреждений, сокращению управленческого аппарата, снизили расходы на здравоохранение всего лишь на 12%. При этом сохранили доступность и качество услуг.
Изменение поддержки сельхозтоваропроизводителей, когда ее направили исключительно на достижение производственных показателей, отразилось ростом числа производственных объектов, крестьянско-фермерских хозяйств, производства продукции и создания новых рабочих мест. Отмечен в регионе и рост субъектов малого и среднего предпринимательства. Это стало возможным благодаря созданию необходимой инфраструктуры. Сегодня в округе разрабатываются проекты, которые полностью адаптированы для реализации в условиях нашего региона. Дальше Игорь Кошин перешел к теме расходов окружного бюджета, в частности, выплат социальных льгот. Статистика неумолима. В Ненецком округе ежегодно растет число получателей различных мер социальной поддержки. Увеличилось само количество льгот и очень незначительно снизилась общая сумма затрачиваемых на это бюджетных средств. Объясню, за счет чего произошло снижение. Еще раз подчеркну, незначительно 5%. За счет внедрения принципов адресности и нуждаемости. Если адресный характер мер соцподдержки в принципе носили всегда, это пенсионный возраст, инвалидность, многодетность либо сиротство, то, говоря о нуждаемости, я приравнял бы этот критерий к справедливости. Согласитесь, не в равных правах находятся получатели льгот с высоким доходом по отношению к тем, у кого он крайне низкий. И считаю важным отметить тот факт, что, несмотря на большие сложности бюджета, за последние 2 года мы приложили максимум усилий для того, чтобы сохранить выплаты жителям округа, а главное – доплаты нашим пенсионерам. Более того, отметил Игорь Кошин, в 2017 году удастся проиндексировать часть социальных выплат. Такую уверенность дает планомерная работа с недропользователями и несколько изменившаяся цена на нефть. Второй блок бюджетных расходов – это выплаты зарплат работникам бюджетной сферы. Она остается одной из самых высоких в стране. Но за каждой сухой цифрой, подчеркнул глава региона, стоит труд людей. Сегодня мы с вами имеем возможность рассмотреть первые результаты внедрения новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Как вы помните, основной ее целью была мотивация сотрудников к повышению качества работы и эффективности их труда. Практически все регионы перешли на эту систему 6-7 лет назад. Наши соседи, Архангельская область, сделали это в 2011 году. И я уверен, если бы у нас было сделано это во времена высокой нефти, проблем было бы гораздо меньше. Сегодня, к сожалению, не везде поставленная задача исполняется корректно. Мы столкнулись с явными перекосами в системе, и речь идет о ситуациях, когда доход низкооплачиваемого персонала продолжает сокращаться, а руководство порой даже растет. И в этой связи вопросы, разумеется, к руководителям. Проверки в учреждениях уже проходят. И могу сказать, что подтверждение таких фактов может повлечь за собой принятие определенных кадровых решений. Еще одна проблема, которая сегодня существует в регионе, это отставание минимального размера оплаты труда от величины прожиточного минимума. В связи с этим Игорь Кошин обратился к Департаменту финансов и Департаменту труда и занятости тщательно проанализировать ситуацию и изучить возможности для поэтапного повышения МРОТа в регионе. Сегодня более 70% жителей заняты в бюджетной сфере округа. Это не позволяет наращивать экономический рост региона. Мы сегодня пытаемся изменить эту ситуацию. В прошлом году, наконец, появился первый частный медицинский центр – частный детский сад. Но этого недостаточно, нам нужно двигаться вперед. Только так мы снизим нагрузку бюджета и повысим качество предоставляемых услуг. Разработали госпрограммы, занимаемся трудоустройством жителей на месторождение. Коллеги, это действительно факт. Из занятых на нефтепромыслах более 8 тысяч человек, жители округа всего порядка 500, и это оценочная позиция. Одна из причин – это отсутствие необходимой компетенции. И сегодня мы, в том числе и после встреч с недропользователями, активно работаем над устранением этих недостатков. Также развивается частное предпринимательство, увеличено число рыболовецких участков, разработана система субсидирования готового продукта. Это привело к появлению крестьянско-фермерских хозяйств в населенных пунктах округа, правда, в небольших объемах. Поэтому глава региона обратился к главам муниципальных образований поддерживать инициативы жителей окружных сел. Кроме того, ведется работа по правовому регулированию. Так, увеличен патент на привлечение иностранной рабочей силы, сейчас он один из самых высоких в стране. Принят закон о квотировании рабочих мест. В этом году должны реально заработать некоммерческие организации наряду с государственными поставщиками социальных услуг. Цель – повысить качество и спектр услуг в социальной сфере. Кроме того, несмотря на все финансовые сложности, округ будет продолжать строительство социальных объектов. В очередь на расселение из ветхого аварийного жилья состоят более 3500 наших граждан. Еще 1500 семей ждут устройства детей в детские сады. Да и школьникам пора учиться в одну смену.
Поэтому хочу сказать следующее. Мы строили, строим и будем строить наш Ненецкий автономный округ. Это будущее наших детей. Жизнь заставляет нас менять подходы к строительству. Нет больше возможности покрывать убытки предприятиям. Мы создаем новые. Яркий пример – это домостроительный комбинат «Заполярье», который сегодня обеспечен работой на год вперед. И я надеюсь, что необходимость дальнейшего развития понимают и на муниципальном уровне. В частности, речь идет о завершении долгостроев в Заполярном районе и переходе к комплексному жилищному строительству на селе. Для этого есть и полномочия, и средства. Доклад губернатора получился кратким, но емким. Депутаты единогласно приняли его к сведению. Мария Владимирова, Леонид Шишелов и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Ресурсная экономика приказала долго жить, и мы должны быть готовы прокормить себя сами. Об этом заявил Игорь Кошин на Высшем совете с главами муниципальных образований региона. От руководителей поселения губернатор округа ждет серьезных идей по развитию сельских территорий, созданию дополнительных рабочих мест во внебюджетном секторе, созданию производств на местах. Со своей стороны регион готов оказывать необходимую поддержку. Необходимо менять структуру занятости как в Нарьян-Маре, так и в сельских населенных пунктах. Сегодня в регионе практически не развит внебюджетный сектор, а бюджетная сфера, напротив, раздута. 2/3 жителей округа напрямую зависят от бюджета, а бюджет, в свою очередь, сильно зависит от цены на нефть. Но если цена завтра будет стоить $20, нам просто попросту нечем будет друг другу зарплату платить. Поэтому я хочу от вас активности. Поэтому я благодарен вот и Валентине Федоровне, и Галине Александровне, Александру Павловичу, понимаете, ну, село должно кормить город, вы же это понимаете? Благодарен Галине Александровне, то, что мы провели по рыбакам на собрании, этот процесс потихонечку пошел. Сейчас будем увеличивать количество рыбоучастков. Но вы идеи должны давать. А у нас получается, все идеи заключаются только в одном. Дайте нам денег, постройте то, сделайте вот это. Сегодня округ готов помогать селу. По словам Игоря Кошина, фактически давая субсидии на производство, как это происходит с оленеводством и производством молока, округ субсидирует рабочие места. И это нормальная практика, подытожил глава региона. Округ готов нести такую нагрузку, но полная бюджетная обеспеченность – непосильная ноша для региона. Кроме создания производств и рабочих мест, необходимо увеличивать долю местных жителей, занятых в нефтянке. По словам главы Приморско-Куйского сельсовета Виктора Таратина, в поселке есть молодежь, которая хочет работать в тундре, но попытки трудоустроиться остались безуспешными. Чтобы местные работали в нефтяной сфере, нужна соответствующая квалификация. Этим вопросом плотно займется Ненецкое профессиональное училище, отметил Игорь Кошин. Перед крупными инвесторами, желающими работать на территории региона, поставили ряд условий. Теперь, чтобы получить региональную поддержку в форме налоговых льгот и субсидий, компания-инвестор должна быть зарегистрирована в НАУ, реализовывать на территории округа приоритетный проект, а также не иметь просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней. Соответствующие поправки сегодня внесли в окружной закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Для предоставления господдержки в иных формах, таких как льготы по земле и имуществу, обязательным требованием становится включение инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов НАО. Также закон дополняется требованиями к объему инвестиций в форме капитальных вложений. Законопроектом впервые вводится понятие приоритетного проекта НАО. Это проект, соответствующий приоритетным отраслям, определенным стратегией развития Ненецкого автономного округа. По словам главного финансиста региона Татьяны Логвиненко, отнесение к приоритетным инвестиционным проектам осуществляется в зависимости от объема инвестиций и цели инвестирования. С объемом инвестиций в форме капитальных вложений 100 миллионов и более, имеющим цель инвестирование в обрабатывающее производство за исключением производства напитков, табачных изделий, производства кокса и нефтепродуктов. И второе, с объемом инвестиций в форме капитальных вложений 50 миллионов и более, имеющим одну или несколько целей инвестирования в сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, образование, деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания, деятельность в области спорта, туризм, инфраструктура туризма, гостиничные услуги, деятельность в области информационных технологий, инновационная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство. Бюджет НАО претерпел изменения. Параметры окружной казны по доходам и расходам увеличились на 189 миллионов рублей. Дефицит бюджета остался неизменным – порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей.
По информации Татьяны Логвиненко, доходы увеличиваются за счет ожидаемого поступления налога на прибыль по Харьягинскому СРП в сумме более 7 миллионов и порядка 59 миллионов рублей в виде доли прибыльной продукции при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение». Кроме поступления от Харьягинского СРП, окружной бюджет по доходам увеличивается на 3 миллиона 215 тысяч рублей за счет поступления в казну целевых средств по дебиторской задолженности прошлых лет. Также увеличивается на 8 доходы на 82 миллиона 16,4 тысяч рублей в связи с ожидаемым поступлением денежных взысканий штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд. Порядка 36,5 миллионов рублей поступят в окружной бюджет в виде безвозмездных поступлений. Большая часть из федерального бюджета. На ту же сумму 189 миллионов 247 тысяч рублей увеличены и расходы окружного бюджета. Средства перераспределили на оплату кредиторской задолженности и первоочередных платежей для функционирования учреждений. По департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа увеличение бюджетных ассигнований произведено в целом на сумму 100 миллионов рублей на исполнение расходных обязательств Ненецкого автономного округа в области социальной поддержки граждан. И с учетом перераспределения ассигнований в размере увеличения произведено на 52 миллиона 344 тысячи рублей на мероприятие государственной программы «Старшее поколение Ненецкого автономного округа» на 2017-2020 года. Также Татьяна Логвиненко сообщила о необходимости привлечения нового коммерческого кредита в размере 500 миллионов рублей для покрытия расходов округа в летнее время. Напомню, сегодня госдолг региона составляет 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Верхний предел госдолга остался неизменным – 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Лучшие молодые исследователи НАО. В Нарьян-Маре подвели итоги регионального конкурса научно-исследовательских работ имени Антона Пырерка. Нарьян-Марская епархия и Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось сегодня в зале официальных мероприятий Дома культуры «Арктика». На мероприятии присутствовали руководители образовательных учреждений. Данное соглашение, которое носит достаточно рамочный характер, но предусматривает совместную работу департамента и Русской Православной Церкви в лице епархии в области воспитания наших детей. Потому что церковь сама по себе, она имеет большой воспитательный опыт. Ну и во-вторых, мы считаем, что данное сотрудничество, оно будет полезно и для наших учебных заведений. В первую очередь это рассчитано на наших детей, на наших педагогов. По словам руководителя департамента образования Ильи Иванкина, это была совместная инициатива епархии и департамента. Во многих регионах такая практика сотрудничества церковнослужителей и органов управления образования существует уже не первый год. Пришло наконец-то время для нашей северной земли, когда наши дети будут обретать невозбранный путь к Богу, приходить в храме, учиться доброму, неприходящему, вечному, воспринимать свои чистые детские сердца и правильное знание и начатки христианской культуры, чтобы эти ростки, эти семена дали доброе прозябение и служили к утверждению во всем хорошем. Конечно же, и мы будем приходить в школу. Лучшие молодые исследователи получили заслуженные награды. В столице Заполярья подвели итоги регионального конкурса учебно-исследовательских работ имени Антона Пырерки. Конкурс проходил в два этапа – заочный и очный, на котором юные ученые должны были представить на суд жюри свои исследовательские работы. Всего сразиться в научной битве смогли 14 ребят из школ и профессиональных учебных заведений от 14 до 25 лет. Они встретились на одной площадке в Ненецком краеведческом музее. Там же проходило и награждение финалистов конкурса. С молодыми и амбициозными пообщалась Любовь Пермякова. Люблю авиацию, и вообще это вообще актуально на территории Ненецкого автономного округа, так как авиационный транспорт является основным транспортом. И все-таки авиационный транспорт незаменим, так как в условиях бездорожья именно он является единственным транспортом в Ненецком округе. Авиация, у нас все нормально? С авиацией все нормально, все хорошо, да. Только вот сейчас в этом году собираются закупка нового санитарного вертолета Ми-8 МТВ-1. То есть при закупке данного вертолета санитарно-авиационные станции будут гораздо проще работать и перевозить больных.
Восьмиклассник из третьей школы Роман Габдульбаров рассказывает о своей научной работе по развитию санитарной авиации в Ненецком округе. Долететь до победы ему не хватило несколько баллов, но он вошел в число финалистов очного этапа и получил специальный приз от Наринмарского объединенного авиаотряда. Полчаса назад мне вот, в общем, предложили вручить Роману, или продать, вернее, вручить за ту деятельность, которую я совершил. В общем-то, я с удовольствием согласился, потому что Роману знаю уже больше 3 лет. 3 года назад он сам пришел, вполне конкретно, в галстуке к нам, и сказал, а давайте мы поработаем вот над моей будущей диссертацией. Я был с темой, конечно, избрал очень хорошую, это санитарная авиация от, так сказать, от истоков и до наших дней. И тема, конечно, очень ответственная, молодец. Таких ответственных и интересных тем на этом конкурсе было много – 14. Например, работа еще одного участника конкурса, десятиклассника Дмитрия Слиневчука, перспективы использования альтернативных источников энергии на территории округа была высоко отмечена жюри. С ней молодой человек вошел в число призеров. Я хотел узнать, насколько выгодным будет использование вот этих альтернативных источников энергии, ветрогенераторов и солнечных батарей на территории нашего округа, и чтобы, возможно, впоследствии у нас могли их устанавливать и ими пользоваться. Рассматривать вот такие экономические и особенно экологически важные вопросы необходимо, и я решил, что нужно попробовать, возможно, даже помогу нашему округу. Помочь нашему округу, но уже в плане экологии, решила и семиклассница Алена Тилкова из поселка Красное. Она стала победительницей в номинации естественно-научных исследований. Вообще не ожидала, переживала всю ночь, заснуть не могла очень долго. Думала, много в мысли лезла. В рамках своей работы девушка в течение нескольких лет вела наблюдения на полуострове Костяной нос. Мы прослеживали смены растительности на полуострове, которые происходят под влиянием разных факторов. И записывали, то есть наши исследования проводили в течение нескольких лет. Исследования проходили очень интересно. Мы прослеживали прямыми косвенными методами. Прямыми, когда проводится в течение нескольких лет слежение за сменами растительностями. А косвенные – это когда уже вот приходишь и видишь, что там лишайники появились на пустом месте. Дальше появились какие-то злаки. Кстати, проект Алены Тилковой набрал наибольшее количество баллов из всех работ, представленных на суд жюри. А это значит, согласно условиям конкурса, что девушка стала победительницей не только в своей номинации, но и всей научной битвы. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Казино на дому. Игорный бизнес в Наринмаре уходит не в подполье, а в квартиры. Житель поселка Искатели организовал азартные игры в собственной квартире. Об этом стало известно сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий факты незаконной игровой деятельности подтвердился. В результате проведенных мероприятий оперативники изъяли 2 ноутбука, 3 монитора, 3 системных блока, 1 модем, роутер, сим-карту и денежные средства. 21 марта 2017 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ненецкому округу пресечена деятельность незаконного игрового клуба, который располагался в квартире жилого дома, расположенной в поселке Искателей. В настоящее время изъятое компьютерное оборудование направлено для проведения компьютерно-технической экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также в этом месяце правоохранители пресекли незаконную организацию азартных игр в подвальном помещении, расположенном в доме номер 29 по улице Ленина. Добавлю, что этот адрес оперативникам хорошо знаком, здесь неоднократно выявляли подобные нарушения. В результате проведенных мероприятий были изъяты денежные средства, компьютерная техника, 2 мобильных телефона и банковская карта. По данному факту также проводится проверка. Если вам что-либо известно о фактах организации и проведения азартных игр на территории Ненецкого округа, вы можете сообщить об этом по телефону доверия окружной полиции по номеру 42152. Правоохранители гарантируют анонимность. С 23 апреля в округе ограничат движение тяжеловесного транспорта. Временное ограничение движения тяжеловесной техники будет введено по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. В их числе почти все дороги в черте Наринмара и поселка Искателей.
Ограничение движения вводится ежегодно для сохранности автодорог в период возникновения неблагоприятных климатических условий. Ограничения распространяются на движение автомобилей, осевые массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны. По городским дорогам разрешают движение машинам коммунальных служб, а также транспорту, который обеспечивает уборку улиц и перевозку продуктов. Для всех остальных необходимо получить специальное разрешение в централизованном стройзаказчике. Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России по Ленинскому округу в весенний и осенний периоды временных ограничений движения по автомобильным дорогам будет обеспечивать патрулирование улиц и контроль за перевозчиками. Руководителям предприятий и организаций, а также физлицам рекомендовано до введения ограничения обеспечить завоз необходимого количества строительных материалов и оборудования. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.